Дорогие амурчане, мы практически ежедневно видим с вами боль и страдания жителей Белгорода. Ежедневные обстрелы, террористические попытки прорваться через приграничные территории. Мы должны объединиться и помочь жителям нашей страны. Народный фронт запустил специальный сбор финансовых средств для помощи жителям Белгорода в рамках проекта «Все для победы». Сейчас жизненно необходимы строительные материалы, пауэрбанки, генераторы, медикаменты. Давайте все вместе нашей единой сильной страной, нашей Амурской областью поможем жителям Белгорода.